Всем доброго времени суток! Сегодня предлагаю бюджетный рецепт обеда или ужина за полчаса. Готовится из минимального набора продуктов. Все доступно, недорого. Нам понадобится курица, любые кусочки курицы, какие у вас есть. Можно даже грудку. Две средних морковки. Одну я натерла на крупной терке, другую накрошила вот так вот. Две средних луковицы. Их крошим обычным способом. Также берем 2 стакана булгура. Булгур в моем случае раздробленный. Также можно использовать цельный булгур. Но, как я считаю, булгур раздробленный, наиболее вкусный. И его быстрее готовить. Блюдо получается очень вкусное, полезное и готовится очень быстро. Итак, приступим. Ставим кастрюлю на огонь. Выкладываем лук. Сверху мясо. Наливаем где-то полстакана воды. Накрываем крышкой. Курица с луком должны немного пропариться. Иногда помешиваем. Вода почти уже испарилась. Добавляем масло растительное. Одну чайную ложку куркумы. И нашу приготовленную морковь. Теперь все это перемешивая, обжариваем минут 5. В варианте лук, морковка и курочка с булгуром получается очень-очень вкусно. Зажарка готова, добавляем булгур. Булгур промывать не нужно. Все перемешиваем и где-то минуток 2 еще тоже прожариваем с булгуром. Вот такая у нас получается масса. Добавляю соль и только что вскипевшую воду, кипяток. Все хорошенько размешиваем. Убавляем огонь. Вот, примерно так. Вода должна полностью закрывать булгур. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне. Булгур готов. Готовится буквально минут 15. В процессе варки, если вы видите, что воды мало, а булгур еще такой не мягкий, да, как бы, можно еще добавить чуть-чуть воды. И наоборот, если вы видите, что воды добавили слишком много, а булгур же как бы готов, там, да, лишняя вода много, то добавляем ход и часто-часто помешиваем, выпариваем быстренько воду лишнюю. Дробленый готовый булгур бывает вот такой вот, крупинками. Вода должна полностью испариться, и вот он такой вот получается рыхленький слегка. Недробленый булгур, который вот целый, да, он получается более рассыпчатый. Но я повторюсь, что я люблю вот именно дробленый больше булгур, но готовлю также и цельный. Что еще сказать по поводу этого блюда? Когда оно остывает, оно становится более таким суховатым. Кто еще ни разу не знаком с этим продуктом, обязательно приготовьте булгур, и он станет вашим любимцем на столе. Потому как булгур очень полезный и также очень-очень вкусный.